Репортеры республики стали свидетелями отборочного тура на мировой чемпионат по игре на воображаемой гитаре. Исполнители могут не иметь слуха, музыкального образования. Да и сам инструмент им не нужен. Эти кадры оставляю без комментариев. И добавлю, что претендент на звание лучшего игрока на воображаемой гитаре был всего один. Он и получил главный приз.